Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать про еще один из наших проектов. Это Mercedes S-класс в 222-м кузове. Что делают с такими автомобилями? Он у нас обычного черного цвета. Как правило, либо просто защищают полиуретановой пленкой, либо клеят в серый мат и делают антихром, либо просто делают антихром, либо не делают ничего. Но так как он у нас, значит, предстоит над ним комплекс работ. У многих 222 в черном цвете ассоциируется с автомобилем, который используется либо в такси, либо для трансфера. Поэтому владелец решил как-то его выделить из общей массы этих черных 222 и сделать его в стиле Майбаха. Но сделать его в стиле Майбах — это не просто поклеить кузов два цвета, а как минимум поменять еще бампера и решетку радиатора. Этот комплект запчастей был куплен не оригинальный. Не оригинальные запчасти, как мы с вами знаем, требуют доработок, с чего мы и начали работать по данному проекту, с установки и подгонки бамперов. Неоригинальные бампера вставали более-менее нормально, но на них пришлось переставить крепление с оригинала. Также чуть-чуть доработать лакера, и все встало по зазорам. После этого мы сразу же отправили бампера в покраску. Вообще, после окраски должно пройти как минимум 2 недели до нанесения пленки. Но исходя из всей ситуации, естественно, у нас столько времени не было, поэтому мы их просто честно 2 дня просушили в камере. Но тут концепция была немножко иная. Хотелось, чтобы этот автомобиль был уникальным и не был такой, как у всех. И тут стал вопрос с цветами. В какие же все-таки 2 цвета его клеить? Если сделать его бордово-черным, либо золотисто-черным, то он будет, как обычный Майбах, как его привыкли видеть все, и в нем не будет никакой уникальности. А нам-то нужен какой-то был уникальный проект. Опять же, эти цвета хоть как-то должны гармонировать друг с другом. Поэтому мы и остановились. А вот на таком вот решении. Графит с голубым. И мы приступаем к оклейке. Для того, чтобы не было 2 ступенек на элементах, которые оклеиваются в 2 пленки, мы оклеили заднее крыло целиком, а далее сверху на 1 пленку нанесли уже другую. Очень хотелось бы защитить эти 2 пленки полиуретаном, потому что, во-первых, здесь есть еще и стык. В чем риск того, что ее могут подорвать на обмойке? На что мне сказали: нет, клеим только капот. Поэтому сейчас мы приступаем к оклейке капота полиуретановой пленкой Люмар. Также дополнительно все-таки оптику мы защитили. И еще будем защищать глянцевые хромированные стойки дверей, которые мы тоже заказали оригинальные. Хромированные стойки дверей были заказаны оригинальные, но автомобиль нужно было выдавать. Соответственно, мы глянцевые стойки поклеили просто пленкой хром, как временное решение, чтобы образ автомобиля был закончен. Так как у нас автомобиль в АМГ-пакете, то на пороге есть вот такая вот вставочка, которую изначально мы решили оставить в черном глянцевом цвете. Но после того, как кузов собрался, мы понимаем, что она абсолютно тут не вписывается, так как на Майбахе все-таки другие пороги, они просто плоские. Поэтому мы опять снимаем двери, снимаем порог, клеим эту вставку в цвет кузова и надеемся, что это будет выглядеть намного интереснее и лучше. Больной темой для всех владельцев современных, даже, скажем так, современных немецких автомобилей является хром. Окантовки стекол, которые через у кого-то 2 месяца, у кого-то через
полгода, у кого-то через год начинают окисляться, в основном от щелочной химии на мойке, поэтому пока автомобиль новый, мы их заменили полиуретановой пленкой Люмар, и данная проблема точно не будет беспокоить ее владельца. Ну и для завершения образа было принято решение купить комплект шильд, вот такую вот звезду на капот, естественно, такую же эмблему на крышку багажника и колпачки колесных дисков. А посмотрев рынок, мы поняли, что предлагается масса вариантов. Средняя стоимость всего этого комплекта 40 тысяч рублей. Но за 40 тысяч рублей предлагают не оригинал. Что такое не оригинал? Это та деталь, с которой хром полезет, может быть, через месяц, может быть, через полгода, может быть, через год. Никому это не нужно. Поэтому, изучив вопрос поглубже... Поэтому, изучив вопрос поглубже, мы поняли, что за эти деньги, в принципе, можно купить тот же самый комплект, только оригинальных запчастей. И вот он перед нами. I'm ballin' these road gang. Hop out the drop, smoking propane. Yeah, I do my damn thing. But you ain't none but a damn shame. Smashing your bitch, yeah, your main thing. Come get your heart, my dang a lane. Proof on the bitch, yeah, like David Blaine. Bullets hit runners, no shoestring. Drip some massage, I done left the stain. You get the picture without the fame. Pull out the pistol, I bet that I bang.